вами Ванкувер эфире. И сегодня мы с папой сделаем очень страшный и очень классный макияж на Хэллоуин. И для этого макияжа нам понадобится клей ПВА, гуашь, две кисточки, там, где их надо отмывать, и салфетки. И посмотрите, что стало с нашими тыквами. Первую желтую тыкву мы выбросили на следующий день, потому что у нее уже провалился немного вверх. Она уже вся сгнила, была некрасивая. И посмотрите, какие у них уже гнилые зубы. И поэтому мы с папой будем вырезать новые, потому что эти уже никуда не годятся. Поехали! Бумагу в ту сторону, где у нас будет обезображено лицо. Ай, холодно! Папа, холод! Да ёпси! Вот такой вот классный макияж у меня получился. Он достаточно простой, и у нас на него ушло минут 30. А сейчас мы оценим работу моего папы. Мое зеркало. Ничего себе! Это что такое? Блин, а на одной стороне нормально, на другой не понять что. Пап, как ты это все сделал? Так беги куда-нибудь в школу или на дискотеку. Ну хорошо, что хоть это у меня сторона свободная. А то я думал, эта сторона не свободная, я ее тесать не смогу. И сейчас мы проверим реакцию моей подружки, которая придет ко мне в гости. Я думаю, она очень испугается, потому что никогда не видела такого монстра, как я. Привет! А сейчас всем большой привет! Привет, подписчики! А с этой стороны посмотрите, а с этой стороны посмотрите, я такой крутой, подавился колбасой. Если вам понравился мой макияж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а если он вам не понравился, ставьте дизлайки. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока-пока! Зомби! Я зомби! Теперь она пиу-пиу-пиу! Акулиха! Иго-го! Иго-го-го! Иго-го-го! Финки нового!